Здравствуйте, дорогие подписчики. Недели один день. Комплексная пластическая операция. Классическая верхняя блефаропластика. Классическая нижняя блефаропластика. Липосакция шеи, подбородка. Круговая подтяжка лица со СМАС и с палатизмопластикой. Для тех, кто говорит, что 3 месяца после фейслифтинга выглядим так, будто попали под трамвай. Несмотря на то, что наша героиня, она отечная. Извините, круглолицая. Скажем, если взять хорошего, плохого кандидата, она средний кандидат. То есть этих отеков могло вообще не быть и могло быть чуть-чуть больше. Сегодня снимаем стрипы. Сейчас я вам покажу качество рубцов. Заплати. Вот как проходит рубец. Открыли. Нижняя фактически не видно. Сейчас, когда мы сядем, мы тут полностью складываем.